Полицейский из Ангарска Олег Демидов вошел в пятерку лучших по итогам первого этапа конкурса «Народные участковые». В органах оперативник работает с 2010 года и отвечает за порядок в 93-м квартале. По результатам голосования Олег Демидов занял 4-е место. На победу также претендуют его коллеги из Братского, Боханского и Хирит-Булагатского районов. Чтобы перейти на следующий всероссийский этап конкурса, ангарчанину нужно набрать наибольшее количество голосов. Лайки можно поставить на сайте 38 МВД РФ до 16 октября.